Сейчас я расскажу, как я сделал лавочку для садовых качелей. Снизу у меня идет уголок, который я распилил на изгибе и укрепил, пластину приварил. Ну, тоже коротенький уголок. Цепь держится за счет двух болтов, снизу сверху. Сейчас снизу залезу, покажу, как оно тут выглядит. Так. Вот маленький уголок, который я вварил. Ничего тут не разгибалось, то есть все хорошо держится. Такой же уголок идет посередине, но уже без цепи. Для того, чтобы доски длинные не прогибались посередине. Цепь лучше всего брать, чтобы диаметр проволоки, из которой будет виться цепь, был не меньше 5 миллиметров. Работы было сделано много, но результат радует.